«Пока твой ангел с тобой, пой». Именно так звучит девиз нашей героини. Химчанка Екатерина Кузина скоро отправится отстаивать честь страны на 31-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Мы встретились в ее вокальной студии, чтобы поговорить о музыке и почему для нее музыка – это целая жизнь. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, когда в вашу жизнь пришла музыка? На самом деле музыка меня сопровождает всю мою жизнь. И с самых малых лет, с 4, я точно была убеждена и точно знала, что это то самое, чем я хочу заниматься. То, что я могу делать красиво, то, что я могу делать профессионально, то, от чего я никогда не устаю, и то, чем хочется делиться, потому что музыка – это часть всей нашей жизни, в любых абсолютно событиях она нас сопровождает и в радости, и в грусти. И поэтому это мой способ говорить миру, как я его люблю. А где учились? Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано и вокала. И после этого поступила в Институт современного искусства на эстрадно-джазовый вокал, где я стала педагогом, также артистом и руководителем ансамблей. После этого я уже начала свою карьеру непосредственно в Химках. Я переехала сюда и очень этому безумно рада, что жизнь так расположила все карты, что я оказалась именно здесь. Вы участвовали в проекте шоу «Голос» знаменитом. Расскажите, какие впечатления оставило у вас участие в этом громком, знаменитом шоу? Всегда, когда меня спрашивают про это шоу, у меня только самые теплые и самые приятные воспоминания, потому что это был тот старт, который был очень важен для меня, как для еще юной молодой девочки. И поэтому, наверное, каждый день, проведенный на проекте, и уже после проекта, когда мы с Александром Борисовичем гастролировали, когда мы встречались вне концертов, это было то самое ценное, сокровенное, и этот опыт, который он мне передал, это, конечно, ну, это очень дорогого стоит. И мне удалось поработать с Леонидом Агутиным, а также участвуя и в его концертах, и просто в музыкальной творческой жизни. Поэтому «Голос» — это та точка, тот старт, которому я безумно благодарна. И кто бы что ни говорил про это шоу, каждый находит в нем то, что он ищет, и каждый находит то, что поможет ему в дальнейшем двигаться. И если он не будет самостоятельно преувеличивать то, что дает проект, то, конечно, можно сказать, что везет только каким-нибудь особенным. Нет, везет тому, кто трудится, работает, и кто то, что ему дают, это приумножает. Как ваши близкие отреагировали на ваше участие в шоу? Поддерживали ли? Конечно. Вообще, мои родители, они всегда всю жизнь меня поддерживали. Мое желание заниматься музыкой, поэтому даже когда возник вопрос, куда я буду поступать. Конечно, были какие-то моменты, когда думалось, что, может быть, я пойду на лингвиста, либо у меня даже были моменты, когда я хотела пойти на разведчика. У меня было очень много вариантов в голове, но все равно я упиралась в то, что я люблю музыку. Упиралось в то, что я люблю петь. Мои родители, им огромная благодарность, в первую очередь моей бабушке, которая заметила мой талант, мое желание петь, и в 4 года отправила меня учиться на тот момент еще академическому вокалу. Благодаря этому уже вот с того времени я начала дальше этим заниматься. Я пела во сне, я пела везде, я пела на уроках, в классе, на контрольной. Меня за это ругали, выгоняли с уроков, потому что я нарушала дисциплину. Но я не могла без этого, потому что душа просила, душа хотела. Екатерина, как часто выступаете? Какой у вас график работы? Много ли там гастролей каких-то? Выступаю я часто, на разных абсолютно площадках. Мне очень нравится участвовать в мероприятиях, которые проводит наш город, потому что управление культуры и администрация всегда очень с трепетом относятся к любым мероприятиям городским. И я с радостью в них принимаю участие, и в благотворительных, и в больших масштабных каких-то проектах, потому что это всегда как театрализованное шоу, это всегда очень красочно. То я летаю под куполом зала, то я на какой-нибудь там крутящейся штуке. То есть всегда подходит к этому именно с точки зрения творчества, с душой. График плотный, но я всегда нахожу время для всего, потому что мне очень важно, чтобы каждый зритель услышал меня, чтобы я встретилась с ним, потому что сейчас тот график, который есть, и то, что сейчас есть, это плод работы до этого, потому что было время, когда
после «Голоса», после гастролей у меня был творческий переломный момент, и я успела поработать автомехаником в гаражном сервисе, я успела расстаться с музыкой мысленно и вообще, в принципе, даже физически, мне не хотелось ни петь, ни выступать. И когда я встретила человека, который сейчас является и моим директором, и моим мужем, и продюсером всей моей жизни, я начала возвращаться на сцену, точнее, не я, а он начал меня возвращать на сцену. Благодаря тому, что рядом оказался человек, который верит в тебя больше, чем ты сам, теперь у нас насыщенная жизнь, у нас насыщенный график, в котором я с радостью заполню все свободное время, потому что я занимаюсь любимым делом. Расскажите об участии в отборочном туре «Славянского базара». Сколько было участников? Большая ли была конкуренция? Сложно ли было психологически? Страшно ли было? Все расскажите. Все расскажу, потому что вообще участие в этом фестивале-конкурсе давно теплилось у меня внутри, и я очень хотела выступить, представлять нашу страну на этом мероприятии, стоять на летнем амфитеатре перед огромным залом. И, конечно, мысли были долгие, они были волнительные, потому что все мы знаем, что конкурс — это очень субъективная штука, и ты никогда не можешь знать, попал ты в точку или не попал. Поэтому, когда я шла на отборочный тур, когда вообще, в принципе, подавала заявку, честно, в какой-то момент я даже как будто ничего уже не ждала, потому что много было конкурсов в моей жизни, много было кастингов, двери которых закрывались передо мной, даже вот не доходя вот ни до кого. То есть они закрывались еще перед тем, как можно было что-то показать, кто-то есть. И поэтому в этот раз я все как будто отпустила вот по течению, пусть будет как будет. Но я была уверена в себе, я точно знала, что я готова, я точно знала, что то, что я буду петь, это заденет каждого, что это понравится каждому. И то, что я столько лет уже этим занимаюсь, и в какой-то момент я перестала к этому относиться как к конкурсу, а просто поняла, что я должна выйти и сделать то, что я умею лучше всего. И это помогло, ну вы видите, помогло. Екатерина Кузина единогласным решением конкурсной комиссии была признана победителем национального отбора. Ее профессионализм и талант оценили по достоинству. Всего на фестивале артистке предстоит исполнить две композиции. Эксклюзивно, специально для нашей съемочной группы, она исполнила отрывок произведения, с которым поедет покорять Славянский базар. Вы руководитель собственной студии вокальной, да, школы вокальной. Расскажите, сколько она уже существует, кто в ней обучается и вообще, как вы пришли к созданию своей вокальной школы? Вообще, создание вокальной мастерской пришло даже не мне, а моему супругу и моему директору, потому что, так как я умею это делать, я классно пою, и я получила образование, то было принято решение, что пришло время этим делиться, и потому что всегда происходит такой период, когда ты уже готов учить кого-то другого, передавать свои знания, потому что это очень всегда здорово. Все в себе хранить это нехорошо. И, конечно, я очень переживала, я очень волновалась, я очень боялась это начинать, потому что это очень ответственно. И всегда, когда начинаешь что-то новое, ты сомневаешься в себе, сможешь ли ты, оправдаешь ли ты то, что от тебя ожидают. И поэтому, да, мой директор, мой супруг настоял
на том, что нужно открыть мастерскую. Сам мне ее построил, все своими руками. И все, что вы здесь видите, тоже он это сделал сам. Екатерина в своей работе каждому ученику подходит индивидуально и с душой. Накопленный опыт позволяет раскрыть талант даже у тех, кто только пришел в мир музыки. Мне посчастливилось взять небольшой урок у такого профессионала, как Екатерина Кузина. Начали с распевки. Отлично. Еще парочка. Отлично. И еще одно. Стараемся именно животиком работать, чтобы здесь у нас было все расслаблено и комфортно. И еще одно. Нормально. Отлично. Допустим, благодаря этому режиму мы можем уйти высоко-высоко. Например. Либо мы можем спеть как первый. Либо. Да, то есть это уже другая эмоция. Либо. Екатерина по-настоящему разносторонне развитая личность. Она не только блестящая вокалистка и автор песен, но и чемпионка Европы по народному жиму. Рядом с таким талантливым человеком понимаешь, нет ничего невозможного. Химки будут болеть за нашу Екатерину. Она достойно представит Россию на международном уровне, в этом нет никаких сомнений. Ведь музыка и она неразлучны. Музыка наша.